2000 тонн генерального груза доставит из Мурманска на Арктические острова теплоход «Капитан Данилкин». В порту уже завершилась погрузка транспорта. В августе теплоход уже перевез на остров Александра и земли Франца Иосифа порядка 11 тысяч тонн стройматериалов, необходимых для развития береговой инфраструктуры. Доставка груза на необорудованный берег, несмотря на сложность задачи, хорошо освоена моряками. Мощное крановое оборудование и опыт специалистов обеспечивают безопасное и качественное выполнение задач в условиях морского волнения.